Этот отвар улучшает остроту зрения и укрепляет мышцы глаз. Мы все знаем, что забота о зрении играет важную роль в нашей жизни. Но что если я скажу вам, что существует естественный способ укрепить зрение без применения медикаментов? Давайте поговорим о потенциальных пользах отвара хвои для зрения. Первое. Хвоя содержит множество полезных витаминов и минералов, таких как витамин С, каротиноиды и флавоноиды, которые способствуют здоровью глаз и зрительной функции. Второе. Антиоксиданты в хвое помогают защищать глаза от вредного воздействия свободных радикалов, что может снизить риск возникновения различных заболеваний глаз, включая катаракту и дегенерацию сетчатки. Третье. Компоненты хвои способствуют улучшению кровообращения в сосудах глазного яблока, что способствует улучшению питания тканей и стимулирует их регенерацию. Четвертое. Питье отвара хвои может помочь снизить утомляемость глаз, особенно в условиях повышенной нагрузки на зрение, например, при работе за компьютером или чтении в темное время суток. Рецепт. 5 столовых ложек измельченных иголок любой хвои залейте 2 стаканами кипятка и оставьте на ночь. На следующий день процедите и пейте по 1 столовой ложке 4 раза в день после еды. Не стоит недооценивать потенциальные пользы отвара хвои для здоровья глаз. Его регулярное употребление может стать естественным способом поддержания зрительной функции и предотвращения возникновения различных заболеваний.